Элегантные наряды и классическая музыка. В многофункциональном социальном комплексе «Восход» состоялся серебряный бал с участниками клуба «Активное долголетие». Это традиция, которая уже несколько лет у нас поддерживается. Мы здесь представляем участников проекта «Активное долголетие», которые активно занимаются танцами. И всегда это проходит в преддвериях праздника Дня города Химки. Воспитанники кадетского корпуса бережно вальсируют со своими взрослыми партнершами. Полонез, вальс, па-де-грас, па-де-труа, марш-рима и сертаки. Такую обширную программу подготовили организаторы серебряного бала. Вальс – это танец в трехдольном ритме. Он содержит в себе элементы кружения и может исполняться в умеренно быстром ритме. Сложно представить себе русскую классическую литературу без использования этого танца на балах, где красавицы танцуют со своими кавалерами. Для участниц клуба «Активное долголетие» это настоящий праздник, к которому они тщательно готовятся. Подбирают наряды и, конечно же, тренируются, причем каждый день. Это движение, это жизнь. Вот у нас Валентина Ивановна, вот девочкам тоже. Очень много лет, но тем не менее, ножки так и хотят пуститься в пляс. Для Елизаветы Будкиной это событие, которого она ждала. Танцами Елизавета занимается всего 2 года. И сегодняшний бал для нее – это своеобразный экзамен. Для меня танцы – это настроение, это здоровье, это хорошие друзья. И поэтому тренируюсь каждый день. При участии клуба исторических танцев вечер стал поистине тематическим. Каждая дама с особым вниманием подготовила для себя костюм. Их танцевальный коллектив также представил свои творческие номера. Серебряный бал в Химках проходит 2-й год и обещает стать традиционным. Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.